аж рябит в глазах от нее. Но что-то им не нравится. Где встретимся? В Китае называется. Хуйня. Митсубиси, смотрите. Спарены с кем-то. Что это такое, я не знаю, потому что написано по-китайски. Но это что-то типа копия Мерседеса, друзья. 2017 V5. Сразу смотрим, что за модель. Но я бы хотел прочитать, что это. Но, к сожалению, не могу. Такие накладочки. Повторители в поворотниках. Фары простые. Решетка. Ну все, все, короче, дизайн слизан. 5 баллов. С вариаторами или 5-ступенчатая механика, 1,5-литровый двигатель. 120 у нас лошадиных сил, 143 момента. То есть обычная такая тема, лошадей не так и мало. Окантовка светодиодная есть. Сейчас не видно, но вот здесь вот светодиодики как раз по фарам. Все вокруг. Новая тачка. 4578 у нас длина. Соответственно, это где-то примерно среднее. Что-то типа Элантры, чуть больше Соляриса. Потому что даже если посмотреть, она даже похожа на Солярис формой примерно своей. Такой средненькой, средней горбатости. Да, жопа тяжелая, жопа большая, толстая. И колесики маленькие, как обычно любят китайцы. Это проблема. Сзади, кстати, ничего вам про Мерседес не напомнит. Только спереди. Спереди четкий Мерс. Сзади все попроще. Но зато есть прорези в бампере, типа вентиляция, все дела. Куда-то типа в колеса там ведет, от колес отводит. Не знаю, видимо, отсюда вылетает еще у вас здесь все в грязи. Ну ладно, это второй вопрос. Запрыгнем. Значит, во-первых, сразу делаем вывод. Смотрите, как интегрированы у нас головники в сиденье, то есть типа как в Мерседесе. Здесь вставочки типа тоже по форме походят на Мерседес, но ручки, конечно же, гораздо все проще. И выглядит вот это, ну, более-менее норм, но так себе, прямо скажем, что-то как-то. Зато вот здесь типа вот эта искусственная кожа, сверху какая-то непонятная, перфорированная. У меня аж рябит в глазах от нее. Здесь какие-то... Ну, да не, нормально. Сзади, кстати, сижу норм вообще, мне нравится. Конечно же, люк, как обычно, ничего нового мы тут не увидели, треугольнички сзади. Достаточно много места, вот что я вам скажу, и это интересно. И судя по тому, что люди сюда садятся постоянно, наверное, она пользуется популярностью, и кто-то ее хочет себе действительно купить. То есть машина такая. Но что-то им не нравится вот, педали сцепления, они прям такие, типа, надо проверить, надо по полной протыкать, пронажимать, как нажимается сцепление, все такое. Но я, кстати, сижу вот здесь и упираюсь в потолок головой, потому что вот здесь вот есть выемка, это круто, а вот тут как бы посередине уже раз, и место-то заканчивается. А так, в принципе, мне нравится, особенно сзади. Блин, маленькая машинка относительно, а все равно место огонь. Вот у нас все делают наоборот, я не знаю почему. У нас место, про место сзади, это на 35-м месте последнее. А если вы не хотите, чтобы вам все делали наоборот и через одно место, то с помощью отличного сервиса Юду вы можете найти настоящего мастера своего дела. От курьера и парикмахера до специалиста по ремонту автомобиля. Все, что нужно, только разместить запрос, указать свою цену и сроки, а исполнители быстренько откликнутся на ваше предложение. Только выбирай лучшего, что может быть проще. Причем это можно делать как с сайта, так и через удобное мобильное приложение. А если и ваши руки растут из нужного места, то вы сами можете стать таким же специалистом и наконец-то начать на этом зарабатывать. Ну да ладно, а мы возвращаемся к нашим Мерседесам от специалистов из Китая. Двери закрываются. Осторожно. Двери открываются. Осторожно, двери закрываются. А, ну понятно, что он тут ему не нравилось. Я бы, конечно, отъехал вот так назад. А потом уже делал выводы. Ну нет, я все равно влезу, потому что там запасище было огромное. Простые кнопки. Главное, что работает. Здесь кнопок не доложили. Но уже посмотрите, как сделан пластик. Пластик сделан как будто бы под кожу, типа под премиум. Все такое. Регулировка зеркал. Ничего не работает. Блин, ничего нам не дали. Даже не могу, да, включить? Нет.
Зато сами циферблаты, вот они хорошие. Посмотрите, вы тут будете различать, сколько у вас километров в час. Да, конечно, там с резками что-то понапутано, но примерно вы все равно поймете, что здесь вот столько-то, там вот столько-то. Норм. Кнопка здесь, на видном месте тоже. Вот немножко они уже перенимают. Это простая машина, а уже выглядит хорошо. Ну, вот немножко ходит. Вот это вообще чистый Мерседес. Это прям вот один в один Ешка. Это прям вот четко. Но это, как вы понимаете, это нифига не мягкий пластик, как они делают, да? Это жесткий пластик. То есть, типа, похоже, но не так, как там. То есть, посмотрите, какие еще звуки. Ну, то есть... как бы с микролифтом. И самое главное, друзья, практически нет зазоров, но они, по крайней мере, ровные. То есть вы понимаете, в чем прикол? Это же тоже как в Мерседесе, как в BMW, да? Это E60, это BMW, это Мерседес. То есть сочленение двух марок немецких нашло здесь в себе какие-то дизайнерские мотивы. Две волны сошлись, сходятся в китайце. Где встретимся? В Китае называется. Тоже что-то кто-то тут нажимал. А, ну понятно, она пипец короткая, неинформативная, на нем нет усилия, типа. Можно повключать передачки, нормально включаются вроде бы. Ну да, нормально. Крутилка хорошая, одна большая. Мне нравится вот эти крутилочки, кнопочки. Нормальные, обычные кнопочки. То есть такое. Ну, я же люблю кнопочки, вы забыли, что ли? Вставочки, пластик. Тут пластик такой, там пластик сякой. Вроде ничего не отваливается. Пока что вот нигде не нашел такого, что прям... И руль регулируется, но только по высоте. Ну, так все регулируются на самом деле. И вот здесь самое главное, что есть Bluetooth, походу, да, и все. И бортовой компьютер Info. То есть никакого там управления, даже громкости не придумали. И так тут слишком много денег потратили вот на эту крутилку, потому что она действительно нормальная. Ну, она чуть-чуть болтается вот так, и это явно не джойстик. Но тоже, смотрите, как у немцев пытались повторить. Пупырышки там, все дела. Но она крутится хорошо. Это, блин, самое главное, еще бы там все показывало так же хорошо. И вообще нормально. Я вот сижу, мне нравится. Достаточно прикольная машина. Я, наверное, здесь остаюсь. Мне тут хорошо. Не так громко, как там. Попробуем вылезти без потерь, как говорится, да? 1.5 двигатель еще надо посмотреть. Отсюда какие крутые, да, сиденья-то выглядят. Вот так сделаем. Вот он, 1.5 и провода. Понятное дело. Все закрыто крышками. Я просто хочу здесь увидеть какой-нибудь поролон, типа, без разряда. Но нет, здесь все уже серийно. По факту. Стоечки, аккумулятор, забор воздуха. Все. Турбины не вижу. Турбины нет. Турбины. Это они с 1.5 уже 120 сил снимают. Нормально. Короче, норм. И смотрите, сделано как. Как во всех Мерсах, как в Hyundai уже сейчас. Да, отдельно вот это, отдельно у вас здесь капот открывается. То есть особенность. Достаточно прикольная штучка. А вот GA8. Это у нас что? Мерседес? Я уж даже и не знаю. В принципе, огонь. Кстати говоря, обратите внимание, реально у них full LED technology, то есть здесь вот эта вот типа тема, как прожекторы. Отдельно здесь светодиоды, и сами фары светодиоды, судя по всему. То есть что-то там работает. Видимо. Хитрая тема. Молодцы. Ну да, да, это Мерседес. Это видно, что смотрели на нее как на Мерседес. Поэтому сейчас мы пойдем, посмотрим, сядем. Смотрите на исполнение сидений. Все, больше никаких вопросов сразу у вас не возникает. Это чистой воды Мерседес, ромбик. Здесь какие-то регулировки, то есть регулировок достаточно. Регулировок, да, поясничный подпор. Вот это, то есть, что-то простовато. Панель приборов такая же, как мы сейчас смотрели. Руль. В принципе, да, тоже такой неплохой. Здесь у нас плюс-минус, то есть это переключение передачи ручной режим именно тут. Дерево, что ли? Или пластик? Нет. А хотелось бы дерево. В общем, GA8 такая, какая-то интересная тема на самом деле. С как сделаны колонки, обратите внимание. Это уровень, это уже уровень, это клево. Система. Ну, здесь похоже на Мерседес чем-то, частично. Сзади огонь. Сзади места много. Я так понял, что да. Регулировки. Нет, это поясница, смотрите.
Да, и электрорегулировки, тут, в общем, есть все. Есть все. Это сделано вот так. USB, розеточки, все открывается, все работает. Хорошо, что-то вот чувак правда сломал. Что-то куда-то поехало. Вот. Так, надо нажимать. О, как. Такая тема, да. Все болтается, вот здесь вот ходит ходуном. Вот это не очень. Как бы она уже производит такое впечатление, что офигенные тачки. И где-нибудь вот такую херню ты найдешь всегда. Это Китай, друзья. Ну что делать? Два люка зато. Вот так вот. Сама уезжает. Прикольная тема тоже. Интересно. Дисплей, смотрите, да, как у Audi, у Mercedes. Гигантский, здоровенный. Светодиоды. В общем, такая тема. Интересная достаточно. Хотелось бы, чтобы было меньше бутафории и больше крутости, но это следующий, видимо, год какой-нибудь обновление, и уже поправят.